Всем доброе утро. Сегодня суббота, 12 января. Находимся в рабочем поселке Саргатское. У нас сегодня рыночный день. Часть своей продукции мы привозим на местный рынок, рабочий поселок. Конечно, мы можем свою продукцию реализовать и через магазины, с которыми у нас заключен договор. Но стратегия такова, что часть продукции лучше всего реализовывать через рынок. Сейчас мы сходим на рынок и посмотрим, где у нас торговое место, значит, и как вообще устроен рынок в Саргатском районе. Торговля у нас уже заканчивается. Последнее допродаем. Администрация к нам приносит результаты. Да, результаты ветеринарного исследования. Мы заранее заблаговременно накануне рыночного дня сдаем на исследование молоко. Ну, приходит результат исследования. Что-то не могу сфокусировать. Я указываю жирность. Вот я покажу. Можно заканчивать. Ехать.